11 месяцев в году художницы подбрасывают вверх ленты обручи скакалки, а затем ловят их и демонстрируют гибкость и грациозность. Плотный тренировочный и соревновательный график для спортсменок – дело вполне обычное. Но постоянно быть на пике формы невозможно. Поэтому, чтобы восстановить силы в конце сезона, сделать новые постановки, освоить доселе незнакомые элементы, девушки под руководством тренера 10 июня улетают в Болгарию. Утро – это у нас кросс, разминка, тренировка с предметом на воздухе, обязательно ни в каком спортивном зале. Далее обед, и дальше мы идем на море. То есть вот всегда вот будет так. Виктория Ваганова собирать вещи и паковать чемодан на целых 2 недели будет утром в день отъезда. Девушка призналась, что спортивная составляющая багажа – дело серьезное. Ни в коем случае нельзя забыть дома обруч, мяч, в общем, любой из предметов. На море гимнастка едет не в первый раз, поэтому отлично знает, что взять с собой и для отдыха. Ну, что самое главное? Крема разные, чтобы не сгореть, одежду разную, очки. Кроме наших девушек отдыхать и восстанавливать силы, в лагере будут пловцы, легкоатлеты и другие спортсмены. Поэтому, чтобы создать по-настоящему летнее настроение, гимнастки заказали в ателье новые тренировочные костюмы, которые будут готовы сегодня вечером. Так что во время тренировок на свежем воздухе на берегу Черного моря кемеровчанки будут во всей красе. Татьяна Савельева, Константин Червяков. Новости моего города.